Любой город, деревня или село – это уникальный организм, история которого складывается из судеб его жителей. Улицы несут в себе историческую память о людях, их населявших. Улица имени Игоря Лилюха, купца Горохова, поэта Сорокина напрямую связана с историей Бердска. Есть в нашем городе и литературные улицы – Ломоносова, Белинского, Островского. Оставила свой отпечаток и советская эпоха – улицы Ленина, Комсомольской. Из всех улиц нашего города только две названы в честь героев Советского Союза, защищавших родину во время Великой Отечественной войны. И оба они, Дмитрий Пастухов и Михаил Рогачев, уроженцы Алтайского края. Как же так вышло, что эти улицы незримой нитью соединили судьбы алтайцев и берчан? Отец героя был умелым кузнецом, сын помогал отцу ковать подковы. И было заповедано отцом: запомни, сын, огонь всему основа. Сын стал разящей молнией в боях, он возжигал легко в людских сердцах огонь любви к отчизне и свободе. Этот фотоальбом более 30 лет хранится в Бердском архиве. С черно-белых фотографий на нас смотрит совсем еще юный Михаил Рогачев, его родственники и одноклассники из села Подойниково, ныне Панкрушихинского района Алтайского края. Трудовая книжка «Гордость советского человека». 2 ноября 1939 года Михаил Рогачев устроился в новосибирскую транспортную контору, а уже через 7 месяцев освобожден от работы в связи с призывом в рабоче-крестьянскую Красную армию. На фронт он попал в 20-летнем возрасте. Боевое крещение принял в боях под Сталинградом в составе 2-й гвардейской армии. Здесь он стал разведчиком, получил первую награду и звание младшего лейтенанта. О дерзких рейдах разведчика Рогачева на фронте ходили легенды. В августе 43-го в боях под Саур-Могилой во время рейда по тылам врага разгромил штаб пехотного батальона, повредил 3 танка и прихватил языка с важными документами. Через несколько дней в бою за местечко Берестово во главе отряда ворвался в траншею противника, уничтожил в рукопашной 5 гитлеровцев. 20 сентября 1943 года при прорыве обороны противника на реке Молочной в районе села Пришиб гвардии младший лейтенант Рогачев участвовал в танковом десанте. Подавил не менее 2 огневых точек и лично уничтожил десятки гитлеровцев. Был ранен, но все же продолжал командовать взводом. Погиб в бою 10 октября 1943 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 года. Посмертно. Также посмертно Михаил Рогачев награжден орденом Ленина. Похоронен в братской могиле в городе Молочанске. Навечно зачислен в списки воинской части. Однажды бердский активист Геннадий Кульков нашел на старом кладбище 2 могилы в одной ограде. Надпись на деревянном кресте одной из могил гласила «И.И. Рогачев». Имя на памятнике второй могилы – Прасковья Николаевна Рогачева. Родственники, прибывшие из Новосибирска в Бердск, подтвердили – здесь покоятся родители Михаила Рогачева. Достоверно известно, что после войны они жили в нашем городе на улице Донская. Протокол заседания исполкома Бердского горсовета депутатов трудящихся номер 11 от 5 мая 1965 года. 12-й вопрос на повестке дня – о переименовании улицы Донской в улицу имени Михаила Рогачева. Решение. Исполком Бердского городского совета депутатов трудящихся в целях увековечивания памяти воина-сибиряка, героя Советского Союза Рогачева Михаила Иосифовича, павшего смертью храбрых в августе 1943 года, решил обязать жилищное управление Бердского строительного треста сменить номерные знаки. На месте одноэтажных домов частного сектора начал возводиться микрорайон с неприметными панельными пятиэтажками. И лишь мемориальная доска с фотографией героя напоминает нам о подвиге сибиряка Михаила Рогачева.